Завтра, наверное, потраемся. Бля, ну, завтра без меня получается. А завтра не будут. Пошел просто так ебнем, а потом уже, блядь, народ десятка потренируется и попробует. Поддерживаю предыдущего оратора. Это тоже за то, что просто его ебануть нахуй, и надо всех, кто не шарит, вообще нахуй сходить в десятки и показать, что происходит вообще. Да, заметил. То же самое, как вот было Волка, блядь. Вот мы людей сводили в десятки, научили, блядь, и все. Так, на правую сторону кого-то однозначно бумботов, нахуй. Потому что смекалки нет. Ну вот нахуй этой хуйни с припотами и фласками. Будет стать ГП на. А в среду что у вас как? Вот основной состав, что? Да, я буду среду. Ну, не факт, могут вызвать. Я буду среду. Я на работе. Как это дух? А я томат. Погнали. Что, и зимой делаем? Что, давай бабу. Убиваем просто его и все. Лапу дай. Спасибо. Ой, смотрите, стоп, у меня нюанс по тактике меняется в чем. Сейчас, короче, он кидает первый раз сердце, бьем до 75%. Потом, соответственно, он его поднял, пиздим дальше его, он кидает его опять, уже бьем до 50%. Потом до 25%, и потом уже его добиваем, он банка, и все. Метки точно так же выносятся, трэш точно так же бьется, все. Единственное, что не надо сейчас в сердце там заезжать на все бабки. Сдать, да и все. А просто бьем его, блядь, и все. Была Геру и поедем, да? Не, лучше Геру в конце дать. Да, ну все, тогда в конце дадим. Метки, пожалуйста. Тут бежит далеко. Ля слабые. Сам такой. Просто тупым притворись. А вы не притворяйте Саня, ебать. Гранжу наберите. Лок, отойди от рыла. Сломает. Ты же меня в него подашь, Саня? На типа здесь. Угу. Ты же фиксирован. Да не нужно с ним убегать, ты на РНЖ стоишь и так. 5 метров радиус. 8. Хуй с ним. Хоть 8. Сейчас он кидает сердце, в сердце заезжаем на 25%. Или на 50 надо будет? Ну, до 75. Все, значит на 25%. Типа, если мы сильно сейчас быстро начнем сердце бить, то просто пачка вторая трэша выйдет. Двойной трэш будет. Ну и давай, нам не надо, мы сдохнем. Все, стопайте. Срез, забирай моби. Забрал вот этого большого. Или нет. Вот этих бомботов хуярьте. У них ХП сами, посмотри. Вы сами, блядь, бац. А, ну он шотнулся, блядь. Все, так же по боссу играем. Сейчас он на 50% кинет, блядь, ну мобов маленьких не подпускайте, ебать, РДД. Чем вы там нахуй занимаетесь? С левой стороны АУЕ сыпьте, блядь. Подведите большого, я вот забрал. Маленький трэш, когда заходит, они его хилят, блядь. Не убегать его. Угу. Все, сейчас он кидает сердце, сейчас по сердцу играйте нормально, на полтос выбьет. Хуйня, где у него спина, блядь? Вот где кемп стоит весь. Куда у сердца спина? Просто я стою, блядь, у меня не юзнул нигде, блядь.
Удар. Где-то спина, блядь. Слева пак, слева пак трэша. Приморосил, Саня. Залейте его. Черните кто-нибудь, помобота. Ага, ну ладно. Быстрее забери моба. Его зарутали. Он не придет. Поэтому припал. Владимир, вынеси чуть-чуть, отойди. Сейчас он кидает сердце, даем Геру и хуярим его. Че так много сердец? Три. Типа что? Геру, дай. И вообще умрет? Дай ты темрыло. Я почти не дамажу. Они должны в оригинале по 25 бить. Тысяча. Так они, может, бьют по 25 просто, блять, броня. Они инженерка не фокус должен, нет? Дайте гетти, блядь. Ладно, так же. Гетца. Ну, жазу. С каждого моба сфера упала, да? Ну, жазус. Рецов нету. Ну, я видел, люди уже торгуют вытягиванием крови и все остальное хуйнёй. А чё за грудак? Ну-ка покажи, блядь. Латы какие-то там, блядь. Ты ж на Эршам, ладно. Чёрт, блядь. Хостай, блядь. Рустим по 5. Два сокета. Да, я думаю, что надо, блядь, всё этот... вот эти сферы сейчас, блядь, загонять нахуй. Пока не стоит ебучих бабок. Я тоже так думаю. Потому что потом они нахуй будут никому не нужны. Там крафтовые неплохие есть шмотки. С кузнецом. Да, они крафтовые есть неплохие, но сейчас по 12 тысяч тебе эта шмотка станет почти в сотку нахуй. А здесь пройдет 2 недели, блядь, а эти, блядь, шмотки будут стоить хуйню и на аукционе висеть. Около 6 только сфер надо на то, чтобы, блядь, скрафтить. 6 сфер это, блядь, уже нахуй там 70 с хуем. Кому надо нахуй? Сейчас вот. На плечи, а вот на эту, на штуку, дрюк, который резал. Я четверг, пятницу и субботу дома, Егор. Так что мы, наверное, десятку пойдем в пятницу. Мумура, это на что? Дай мне. Это я на жезл бросал. Или, может быть, знаешь, как сделаем? Может, десятки пойдем в четверг сходим, людей там поучим, а 25-ку в пятницу сходим. Может, чтобы людей не путать, блять, отдельно плечо, отдельно этот паролить, а то что-то, типа, я предварительный ролл на это кидаю. Это, блять, интересная тема. Я просто отдам плечо Владу, а жезл отдам. Так, может, жезл и поможем. Просто кто-то, блядь, не услышал вот этого прикола. Очень жаль. Жаль. Еще жаль, блядь, не ну, кому не жезл? Мне очень жаль. Локи, маги там. Как? А если нет, то нет, пусть с вами.
Сань, я хуй его знаю, блядь, что лучше, мой рудак или вот этот, который был? Я типа комплект, блядь. Ну... Лада себе и ГП. Сколько там стоит, чё? 149. Удалось? Удалось. Там Саня, если что, снял, так что с него не снимай. Угу. Так, получается, убили 4 босса, да? 600. Чё ты там снял? Рипы дадут, можешь ливать. Хочешь, можешь сейчас ливнуть. Блядь, пусти тебе играть, сука, тварь, блядь. Дайте портал. Бля, хуёво, что не убили, конечно, хардмод, блядь. Ты видишь, какая хуйня, ебать? Что-то вообще, блядь, ДПСа нихуя не хватает. Как будто, блядь... Я не знаю, что даже сказать по этому поводу. Ну, приодеться немножко надо еще. Вот это... Какой приодеться? Не в том дело. У нас половина людей припота не пила. И не могло нормально выбрать таргет. У нас не все с пула били. Я урон по сердцу смотрел прямо с пула. У нас человек 10 только начинал со старта бить его. Да, я тоже когда пришел, всякая проблема была в таргетузе. Ну, макрос сделать. Макрос, да, дайте портал, блядь. Портал, блядь. И какой нахуй макрос, если он табом выбирается? Вообще ебанулись. Ну, не знаю, я мышкой на него нажимаю, блядь, и все. Меня таб нахуй по-другому заточил. Мышкой нажал, сразу бурсты отдал.